Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы прогуляемся к дому, который находится по адресу проспект Нахимова, 99. И начинаю я свой маршрут с улицы Осипенко. Дороги по этой улице уже восстановили. Установили новые столбы с ночным освещением. Дом по проспекту Ленина, 84. С левой стороны территория городской больницы номер 3. Детский сад номер 83. На территории городской больницы ведется капитальный ремонт. Здесь всегда были сплошные заросли. Будем надеяться, что с этим что-то сделают. А также здесь есть заброшенные здания, которые уже не функционируют несколько лет. Это бывший морг. С правой стороны школа номер 3. Здесь тоже ведется капитальный ремонт. Эта пятиэтажка была черной, выгоревшей. Смотрите, как она выглядит сейчас. Дом приводят в порядок. Иду по улице Апатова. Сейчас буду проходить свой дом. И мне очень интересно, начались уже хоть какие-то работы. В каждом доме здесь ведется ремонт. Везде работают строители. А вот и мой дом. Да, медленно, конечно, продвигается здесь работа. Визуально, конечно, небольшие изменения. На других объектах гораздо все быстрее продвигается. Это перекресток проспекта Нахимова и Апатова. Эту часть улицы я уже снимал для вас несколько раз. Визуально здесь все меняется очень стремительно, в хорошем смысле слова.
Я пришел к дому по проспекту Нахимова, 99. Именно этот дом меня попросили показать. Здесь ведутся восстановительные работы. На паспорте объекта указана дата окончания строительства, третий квартал 23 года. В этом доме восстановили кровлю, смонтировали новые окна, балконы. Посмотрим на дом с другой стороны. Вот так выглядит дом со двора. Здесь дом снесли, за этим забором, в этой части тоже. По всей округе здесь ведутся восстановительные работы, в каждом доме. Отсюда видно студенческую столовую. Эту столовую уже не узнать. До событий в ней вообще ничего не делалось. Часть этой пятиэтажки разобрали и уже восстанавливают. Это видно по стенам, выложенным из кирпича. Очень странно. По правую сторону я вижу, что оставили название улицы итальянская. А по левую сторону я видел Апатова. Интересно, как же она все-таки будет называться? Да, студенческая столовая. Выглядит совсем иначе. А это корпуса ПГТУ. Корпус номер 2. Здания выглядят шикарно. Здесь раньше стояли тополя. От них очень-очень было грязно, когда они цвели. Много пуха по городу. Сейчас стало намного красивее. Приазовский государственный технический университет. Да, эта часть улицы очень сильно изменилась. Становится красиво.
подхожу к проспекту Металлургов. Это то, о чем я говорил. С правой стороны улица Итальянская, а через дорогу улица Апатова. Странно, что они так оставили. Итак, друзья, масштабы и динамика восстановительных работ впечатляют. Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока!